синий угол. Добро пожаловать, боец из Армении Герман Барсегян. Итак, красный угол, приглашается боец бойцовского клуба «Беркут», Грозная Чеченская Республика Россия. Встречайте, Исмаил Мажиев! Итак, 15-й бой нашего вечера, 3-й бой 1/4 финала весовой категории до 61,2. Боец в синем углу, чемпион Армении по вольной борьбе, чемпион Северной Осетии по боевому самбо, 23 года, рост 168 сантиметров, вес 61 килограмм ровно. Профессиональный рекорд ММА – 6 боев, 6 побед. Не знающий поражений из Армении Герман Барсегян. Боец в красном углу. Чемпион Чеченской Республики по грэпплингу. Обладатель Кубка России по кикбоксингу. Чемпион России по тхэквондо. 18 лет. Рост 173 сантиметра, вес 61,1. Профессиональный рекорд ММА – 1 бой, 1 победа. Представляющий бойцовский клуб «Беркут», Чеченская Республика Россия, Исмаил Мажиев. Уважаем друг друга, соблюдаем правила. Сетку не хватаем, локтями в голову не работаем, коленом в голову только в стойке. Затылок, позвоночник не бьем. Все понятно. По команде «Стоп» прекращаем все действия. Пожали руки.
Раунд номер два. Рефери в ринге Николай Шарипов, Нижний Новгород. За повторный удар локтем в затылок сопернику, спортсмену в красном углу объявлено предупреждение. То есть минус один балл от оценки второго раунда. Итак, в этом бою на второй минуте 15 секунде второго раунда удушающим приемом победил боец в синем углу Герман Барсигян, Армения!